Ребята, всем привет. Работаю, в общем, вахтовым методом на карьерном самосвале. Хочу вот немножко показать, заснять, как это все выглядит, если кто-то никогда не бывал в карьерах, конечно. Это вот я заезжаю на отвал, на породный. Так он примерно выглядит. Самосвал у меня КАМАЗ-465. Новый уже, конечно, 2005 года. Пробег уже почти 900 тысяч по спидометру в карьерных условиях. Сейчас вот выгрузимся на отвале, поедем в карьер под загрузку от экскаватор. Бульдозер стоит. Ну, у меня, в общем, не работает. Нет вот оператора в отпуске. Автомат идет, что очень